Есть ли у вас клопы? Нет? А могут появиться? Что делать, чтобы эти кровососущие паразиты не появились в вашем доме? Раз в месяц посыпайте пищевой содой мягкую мебель и матрасы и пропылесосьте все хорошенько. Далее разведите столовую ложку средства для мытья посуды в стакане воды, добавьте 2 столовые ложки уксуса, простой уксус 9%, и распылите это на поверхности матраса. Протрите влажной тряпкой и просушите. Периодически осматривайте мягкую мебель, ковры на предмет жизнедеятельности клопов. Это такие темные пятнышки. Все щели и трещины в вашей квартире должны быть заделаны. На вентиляцию установите мелкие сетки, через которые миграция насекомых будет невозможна. А всю информацию я беру в лучшем телеграм-канале советов по хозяйству «Полезный».